Педагогическая конференция в Химках собрала сотни преподавателей со всего городского округа. Открыли мероприятия в церемонии награждения лучших в сфере образования. Это директора школ и лицеев, учителя, преподаватели домов творчества и воспитатели детских садов. 8 педагогов получили грамоты и денежные сертификаты из рук главы городского округа. Также Дмитрий Волошин отметил высокий уровень преподавательского состава в Химках. Я с гордостью говорю о том, что химчане из года в год показывают самые высокие результаты. В 2018 году 177 наших выпускников закончили школу с золотой медалью, и это именно ваша заслуга. Образования в Химках. Большой успешный проект работы новых образовательных учреждений, в том числе и для дошкольников. Так, детских садов в Химках за 5 лет стало вдвое больше, 62. Еще 33 планируют построить к 2023 году. Почти на десяток выросло и число школ за последние годы, сейчас их 42. Благоприятный климат сложился для преподавателей. С 1 сентября по распоряжению губернатора Московской области Андрея Воробьева молодым педагогам и классным руководителям будут доплачивать по 5000 рублей ежемесячно.